Вы смотрите новости Запада Башкирии. 27 юных спортсменов спортивной школы номер 2 Октябрьского приняли участие в 7-м региональном турнире по классическим шахматам. Это первый этап 15-й серии шахматных турниров Гран-при Закамья. Соревнования прошли в Татарстане. Участие в них приняли более 170 участников из 10 городов и поселков. Турнир проходил в 3 возрастных группах. По итогам игр юные шахматисты Октябрьского Арина Москвина и Виталий Лучков заняли первое место. Второго места удостоилась Ангелина Гибадуллина. В школе номер 7 Давлеканово состоялась встреча с членами 5-й снегоходной экспедиции спортивно-патриотического клуба имени Сергея Аксакова. Участники экспедиции популяризируют творчество известного писателя среди молодежи. В рамках встречи школьники показали гостям театрализованный отрывок из серии «Аленький цветочек» и выставку рисунков «Приветствуем тебя, земля благословенная». Члены клуба поблагодарили за теплый прием и подарили ребятам памятные подарки. В школе номер 3 Давлеканово прошло мероприятие, приуроченное ко дню родного языка. В нем приняли участие ученики 11 класса, танцевальный коллектив «Демские ласточки», фольклорный коллектив «Тамсылар», а также ансамбль кураистов «Берказан». Ребята выступили для воспитанников лицея-интерната с праздничным концертом. Затем для учеников 5-7 классов прошла игра-викторина. 1 марта в Бишбуляке на базе Центра детского творчества состоится спортивно-образовательная игра «Защитники вперед». Ее проведут для учеников 3-4 классов. В составе команд будут по 6 участников. Конкурсная программа состоит из 7 основных этапов. Приветствие команд, конкурс капитанов, робототехника, экология, ориентирование, полоса препятствий и фигурное вождение велосипеда. Также будет один дополнительный этап. Это конкурс художественной самодеятельности. С 27 по 29 марта во Дворце культуры «Родина» Туймазов пройдет фестиваль детской народной хореографии «Хоровод дружбы». Конкурсная программа пройдет по 3 возрастным категориям – от 8 до 11, от 12 до 14 и от 15 до 17 лет. Участники смогут продемонстрировать свое мастерство в 3 танцах на основе местного фольклора, сюжетно-игровой и свободная тема. Имена лауреатов и дипломантов определят 29 марта на церемонии закрытия. В отделении «Семья» Буздякского района подвели итоги конкурса детского рисунка «Мой папа самый лучший». В нем представили свои работы юные жители района в возрасте от 6 до 12 лет. Жюри разделило участников конкурса на 3 возрастных категории. Победители получат грамоты и призы от детского телефона доверия. Остальные ребята получат диплом участника и поощрительные призы. За грамотами, дипломами и призами обращаться по адресу: село Буздяк, улица Гагарина, 10. Телефон для справок 3-30-02. 1 марта на площади перед районным домом культуры Буздяка состоится праздник «Проводы зимы». В программе игры, конкурсы и концерт. Приглашаются все желающие. Начало в 11 часов. Курсант Михайловской военно-артиллерийской академии посетил родную школу. Выпускник Марсель Гелязев встретился с преподавателями и десятиклассниками первой школы «Кондров». Он рассказал ребятам о военной службе. Марсель считает, что эта профессия престижна и востребована. В детстве парень мечтал стать футболистом, потом архитектором, а в 10 классе заинтересовался военной службой. Решающую роль в выборе профессии сыграли школьные военные сборы. Марселю понравилась военная дисциплина, организованность и порядок. Также стоит отметить, что на днях местная газета опубликовала статью под названием «Военный нашего времени», посвященную Марселю. Сотрудники университета поколений Канглы приехали поздравить детей, принявших участие в республиканском конкурсе юных художников. Они вручили участникам грамоты, подарки, а также провели с ребятами мастер-класс по правополушарному рисованию. Под руководством опытного художника работа закипела, а результат принес много положительных эмоций. На сегодня это все новости, и мы переходим к прогнозу погоды.